Всем привет, с вами Камикадзе Афен. Привет. И сегодня мы продолжим играть в игру Майнкрафт на версии 1.7.10. И сегодня мы запланировали пойти на боссов. У нас все для этого приготовлено. Все мы ресурсы. Без записи немножко поделали, добывали этих осколков поврежденных. Да, очень много поврежденных осколков набрали. У меня даже, по-моему, нетки остались. Да. У меня тоже. Путешествовали по миру и нашли спавнеры вот этих вот... Шипохвостиков, да, я не знаю, как их по-другому назвать. И, в общем, поубивали их немного. И также еще мы сделали у нас под домом прям... Как она называется? Спавнерлка? Спавнер. То есть, вот такая вот территория. Копали очень долго и... Саник, ударь меня. Раз. А зачем? Я снизу уже. Все уже нормально. Прикол. Завис. Все, я отвис, не знаю почему. И у нас тут еще второй этаж есть. Так, сейчас тоже покажу его. Все. Тут иногда могут спавниться. Ну, смотри, поднимись наверх. Поднялся, давай. Я мандражирую? Нет. Сейчас уже нет. Вот эта хрень баганутая, если на ней что-то на шесту как-то нажать, я только что через крышу не выбился. Нет, ничего такого нету. Вот, в общем, вот в этой вот штукенции, это... я не помню, как называется мод. В общем, я сделал себе минимум стоун, который, по идее, должен превращаться или делаться как-то в философский камень, а потом при помощи этого философского камня можно... из одних ресурсов там делал другие ресурсы. Камень, например, обмена, короче. Да, то есть из железа делать золото или наоборот. Вот. И эту фигню пока выложу. Если кто знает, как сделать, как ей пользоваться, напишите в комментарии. В общем, пошли делать босса. Кстати, мы же поставили Enchanting Plus. Надо в следующей части, либо в этой, построить этот Enchanting стол. Короче, поврежденные осколки, что с ним делается? Делается поврежденный камень. С поврежденного камня уже должен делаться, по-моему, босс, да, мистические часы. Короче, сделай поврежденные камни 6 штук. Акадский слиток делается. Нам потребуется назеритовый слиток. Назеритовый слиток у нас есть такие? Да. Да-да-да-да-да, назеритовый бок. Ты делаешь? Да. Отлично. Так, мне тоже нужно верстать. Так, назеритовый кусок готов. Я уже забыл крафт снова. Что из него делается? А, вот, нужен слиток тени. Делай. Что дальше делать? И арлимита. Часы сделай две штуки. Каких? Обычных часов. А, окей. Потом можно будет броню из этого сделать. Из чего? Из чего? Из поврежденных камней. Возможно. Так, в общем, я сделал два этих садских слитка. Нам теперь нужно двое часов и 6 поврежденных камней, чтобы призывать дважды босса. Кстати, где призывается? Здесь или где? А, это здесь, который огромный, по-моему. Мне для этого потребуется добавить громкость прям на 0, наверное. Он очень шумный. Ну что, часы готовы? Во. Все. Сейчас такой Майнкрафт краш. Ты вообще здесь? Йоу. Я походу вырубил нечаянно микрофон. Я ладно. Сам с собой что разговаривал все это время? Да. Ништяк. Где будем призывать? Давай там, где мы открывали Lucky Block. Точно, мы же еще и Lucky Block открывали без записи. Сколько мы их открыли-то? По 9 на каждом. Открыли мы 9, но нам повезло, и из 3 или 4 лаки-блоков нам попалось. Заспавнилось еще 4 лаки-блока. И в общей сложности мы открыли где-то 20. Помнишь, я же там еще путешествовал, нашел лаки-блок, сломал лаки-блок, из него 4 лаки-блока. Сломал еще лаки-блок, из него еще 4 лаки-блока. Вот, так у нас было. На тебе одного призывателя. Ну кто первый? Да давай я. Только я не знаю, надо, по-моему, эту ямку раскапывать. Ну, потому что когда играли, ну... Он большой, я не помню, какой он. Он огромный. Да. Накопали всё ямку, я 4 на 4, по-моему. Тебе есть чем копать? Отлично. Давай я тут пока начну. Да, мы 4 на 4 мы копали, и вниз глубиной 3 блока. Чтобы он не вышел, ничего нам не сделал. Ты, по-моему, чуть-чуть шире... О, копаешь. Это ты раскопал широко. Нет. Да. У меня рука, я не мог как быстро раскопать. Да, вы, короче, до этого, до камня, и там будем его спавнить.
Чего я спавню? Мне вообще интересно, мы будем до него мечами доставать или нет? Проверим. Я не дотягиваюсь. Ой, я упал. Короче, сейчас цветов фигом разберу, чтобы потом не забирай. У меня есть идея. Я лягу и заспавню его. Опа. Опа. Так, я... Твою мать! Ой-ой-ой-ой! Я... Сколько? 850? Баба! Вау! Вау! Я видел, ты улетел. Твою мать! А, это мы возле этого спавну, что ли? Ой. А как его убивать? Раньше, я помню, мы его убивали. Да? Я не знаю. Я сейчас пропишу спавн воин. Чтобы... Ай! Может... Как он меня ударил? Слушай, он на тебя сагрился, да? Все же, стой так это. Здорово, чувак. Ты меня не достанешь. На нем эффект замедления стоит. Слушай, чувак. Ты что, вообще не сможешь бить, что ли? А можешь по земле подкопаться, по ногам постучать? Нет! Наверное, там шашки мыши слышно очень громко. Да, ты видел, как этот... Какая ракета была? Ну, как ты полетел, да, перед смертью я заметил. Он переворачивается на тебя, Санек. Но он меня не бьет, эй, ты. А я! Он тебя даже спиной убивает. А почему не переагривается вообще? Ведь я живу избиваю, не ты его. А хрен его знает. О, у меня он, короче, багается, и у меня пропадает, если смотреть, в листву или в чё это, в траву. Эй, здравствуйте. Да, напоминаю. Здравствуйте. Он тебя сейчас возможно переагрится. Офигеть! А знаешь, что сейчас было? Самое интересное. Ай. Попробуй. Или он на тебя? Нет, уйди. Он на меня. Давай тогда я буду. В общем, я взлетел, а я его, кстати, бить не могу почему-то. Хочешь прикол? Да. Он не бьется. А, все бьется. А мной не бьется. What the fuck? Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, я взлетел. И потом нет. Нажал правую кнопку. И потом нажал правую кнопку мыши, то есть защиту у меча. И я, короче, отскочил от земли. И взлетел еще уже, ну, мертвым. По-моему, он на меня сагрился, не? Я не знаю, но я заколебался летать. А, да, он на меня, бей его, сбивай. Все. Надо в прыжке убить. Криты вылетают. Я не вижу критов почему-то. И что? Есть трофей? Сколько выпало? Есть. 4. 4? А нам надо минимум сколько на портал? 10 или 12? На портал? Да. 10. И что, нам еще один бошка понадобится? Давай спавни. И меч какой-то. Пища. Да, он там на 30, на 32 что ли? Должен быть. На 20, не угадал. Значит, урезали. Что помню, что он был на 32. Давай. Спавни. Вауч! Все. А тебе есть лук какой-нибудь там, я не знаю? Нет. Стук. Почему я это вспомнил? Ой-ой-ой. Йо-хо, полет и бам. Я упал, сдох. Чего на кого сагрился? Ты меня как жопу бьешь, объясни мне. Я убить не могу. Ты жопа рук. На тебе нормальный меч. Давай, подойди сюда. Меч на тебе. Давай. На сколько? Вот там юзы, по-моему, 100 всего. Юзы? Да, 101 юз на нем. Но... По заднице его нельзя бить. Да я его хоть в лицо буду бить, его плевать на меня. Да? Ну проверим. Избей меня. Мне сейчас... Kill me, плес. О, чё так долго-то, давай. Ох, какой-то... А, я понял, почему его замедление, это меч наш... А, это не ты меня убил? Я стою, тебя это взял, убил. Я его опять не могу бить. Ай, ай. Короче, давай ты его будешь бить, потому что вот я сейчас вот плохо помню. Я не могу его бить. Он на меня сагрился, ну блин, ты должен. Я не могу его бить. Давай где включи, тем более. День. Поближе подойди, прям по нему бить. Во. Сейчас включу день. Пузика, давайте пузика почешу. Я иди ему, сюда, я ему, меч, дам на меч. Я ему пузика чешу. Где меч? Вот. Ты ему, в общем, нашим мечом даешь за медлом. Вот. А зачем у меня в рюкзаке есть? Ничего на этом нету. Криты. Ну, неплохо, так неплохо. Умай. Еще. Выпал чем еще? Еще один меч и 5 осколков. То есть у нас их 9. Да. То есть мы победители по жизни, у которых не хватает одного осколка, да? Че за знакомая ситуация? Это наподобие одного балла до пятерки.
Мое комбо знаменитое. Не моя. Ну ладно, короче, пошли в дом. Что будем делать? Кому? Че еще призвать? Так у нас же нету этих частей. Пошли выбивать. Нет. У нас 10 частей есть. А, 10 этих осколков, да? Сколько надо? 27 на один, да? А у нас есть трупи еще? Рупи и Арлимит. Есть. А у нас, по-моему, кое-чего нету. Чего? Да есть. Сейчас, подожди, скажу. У нас есть только один поврежденный камень. А, у нас прям ровно хватает на эти. У нас вот эти, вот смотри, то, что у меня в руках. Угу. То, что мы в аду добивали, у нас их ровно прям 5 штук. Угу. Уйди с сундука. Ушел. В общем, сейчас мы, скорее всего, пойдем без записи убивать вот этих вот шипохвостиков. Сейчас я провиснет мир. Где-то они здесь. Вот. Здесь, в общем, спавнер их стоит. Вот эти вот. Порабощенный драм... Кто? Драмкрис. Драмкрикс. Кто вообще эти имена этим мобам придумывает? В общем, вот этих мы сейчас будем убивать без записи. Набьем где-то, может, 30, может, побольше. И вернемся к вам. Офигеть! Офигеть! Сколько тебе? 14? Да. Мне, в общем, из одного шипохвостика выпало 5 лимита. Раньше на версии 1.4.7, когда мы играли с моим другом. Другим. Некоторые сейчас. Это все равно без записи. Нет, это уже записью. Все равно. Вот. 2% шанс, что выпадет 5 лимита. Офигеть! Го домой, все. Маркеры, home, все, уходим. 5 лимита, да ну на этот. Скидывай, я сделаю эти камни, хрена. На. Офигеть! Как часы делаются? Так, ага, я сейчас часы сделал. Так, что там, контур надо? Раз, два, три, четыре. Все. У нас 5 только. И у тебя где-то еще одно сердце. А нам не надо так много. Нам надо всего 3. Ну, броню сделаем. Ну, возможно. Вообще лучше эндеру броню сделать, когда мы пойдем еще к эндеру. Блин, я даже... Я же хотел к эндеру сходить куда-то. Где осколки? Во. А, я думал, я жду, когда ты мне дашь. Все. Так. Пошли. У тебя меч остался? Даже 2, да? Давай тогда один возьму. Где они? В мусоре. Не в мусоре, а в ценных предметах. У нас же есть под оружие, по-моему, нет? Сундук. Да, вот он. Тут, кстати, палки что-то делают. Все, пошли. Ставлю. Я тебе сейчас сразу же умру, наверное. Будика. Ты меч ты взял хоть крутой? Нет. Иди сюда. Да пофиг, давай этим. Я его скинул тебе. Намного же быстрее будет. Будика тешь. Какая огромная фигня. С одним глазом, с двумя усиками. Криты. Один раз зажми, можешь, а то это очень громко. Все, он умер. Вообще, по идее, я не знаю, может я ошибаюсь, но из него должны падать... 6! Отлично. Из него должны падать этим... трофеи, по-моему, вот. Все, пошли домой, телепортируемся. Хоу. Так. Так, ну-ка, скинь ко мне их. Кстати, нам еще написали в комментарии, не в комментарии, а в личку мне ВКонтакте написали, чтобы активировать портал снежный, нужны другие часы. Я забыл какие? Название, но я потом прочитаю еще раз. Так, скинешь мне? Вон. Ага, надо сколько? 10. Мне нужны еще обычные камни. Отлично, 10 есть. Если я не ошибаюсь, то это все делается именно так. А ты не ошибаешься, я знаю, как это делается. Так, и у нас тут раз, два, три, четыре. Ты не экономный, ё, господи. А, я сломаю. Бам. Бам. А у меня есть еще идея. Мы, короче, туда телепортируемся, в тот мир. Сломаем там портал и придем сюда, достроим его. Вот. А как... Кстати, я тебя понял. Не достаю. Что ты хочешь? Да там факел был в уголку. В общем, есть у тебя чем зажечь? Зажигалку надо? Ну там часики, по-моему, должны быть специальные, которые мы пытались зажечь тогда.
Обратите внимание, да, и этот портал надо другим зажигать. Нет, все, отлично. В общем, скорее всего, уже в следующей части пойдем туда. Также еще в следующей части надо будет сделать вот этот вот Advanced Enchanting, Enchantment Table. Кто вообще такие названия придумывает, я не понимаю. Нельзя прочесть нормально. В общем, все. Здесь мы будем уже прощаться. Мы убили трижды босса. Мы вообще прям крутые. Все, с вами был Камикадзе и Афен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Пока. We'll be right back.